Всем привет, друзья! Продолжаем с вами играть Crusader Kings 2. В прошлой серии нам выдвинули ультиматум фракции опасные. Как вы видите, здесь довольно-таки мощная численность. У них войск будет 31 тысяча, 15, 24 тысячи, 29, ну и опять 15. Довольно-таки внушительная армия. Здесь хотят они получить Мазагиба Африка. Сепаратисты вылезти хотят от нас. Танжер здесь у нас что? Имеет больше прав на трон. Ишь ты какой молодец. Вассал главное у меня. Я ему во временное правительство на месячество давал. А он, понимаешь, считает, что больше прав у него на трон. Дурак что ли? Власть совету. Здесь самая большая численность. Так, султан тоже имеет больше прав на державу Мали. Еще один царек нашелся. И здесь, да, Африка и Мавритания. В общем, говнюки. Хотел погрубее сказать, ну ладно. Просто говнюки эти решили немножечко с нами пободаться. Но у нас есть гвардия. Довольно-таки внушительная, сильная. Она нам поможет. Ну и плюс неплохая такая армия. Сейчас я ее собрал и уже корабли раскидал. Ждем. Так, мой брат принц Табат просит у меня разрешение вступить в орден Бекташи, чтобы сражаться с неверными. Он искалечился из... Так, исключается из линии наследования и никогда не сможет опозорить династию. Ну, в принципе, блин, пацанчик-то хороший. Вот я бы лучше ему дал бы правление нашими землями, нежели вот этому товарищу. Ну да ладно, давайте благословим его на это дело. Так, и тут я смотрю, все, понеслась тема с восставшими. И нам бы, конечно, какого-нибудь хорошего человека. Но тут слишком обширное владение, много герцогств, администрация, любые войны. Ну, давайте его пока назначим. Послать подарок ему на всякий случай. Так, ну и что мы тут имеем? Здесь восстали гады. Здесь у нас в Мали все в порядке. Так, тут уже, блин. Ну, давай-ка вот так вот пойдем. Так, здесь как дела? Тоже вот сюда. Это сюда. Тут практически дошли, здесь подходят. Здесь уже готовы наших встретить. Давайте их отпустим. Не дадим им такой возможности. Тут мы уже войска вроде бы отправляли. Так, и здесь у меня корабль все стартует. Правда, нету никого на них. Ну ладно, и здесь никого нет. Вот же, а нет, есть 4000. Отлично. Посмотрим, что у нас тут. Вот, ну, довольно-таки разрозненно их раскидало. Наверное, здесь сперва покончим, островок возьмем. Ну, а уж дальше будем смотреть, как и что у нас получится. Так, что у нас тут? Один дитё, братик. Ну, блин, конечно, хотелось бы его... Не, все будут у нас экономистами. Тут... По-другому просто никак нельзя. Так, отправляемся сюда. Здесь я уже смотрю, ты когда прибудешь? 10 января, ты 20-го. Не получается. Давайте тогда вот так вот делать. Так, вы чё у меня тут так долго идете? Так, поехали. Здесь все уже плывем. Хорошо.
Сейчас быстренько расправимся со всеми недоброжелателями. У нас довольно-таки сильная армия. Тем более мы ее возьмем в один кулак, соберем. Так. Собираются потихонечку. Хорошо. Давайте пока вот этих шуганем, чтоб тут не бегали. Отлично. Возвращаемся. Так, тут мы... Так, посылаем. Здесь тоже всех на корабли. Конечно же. Сюда. Эти пусть тащатся помаленечку, потихонечку. Ну давай, торговля так торговля. Сколько там у меня? У меня в минус, да? Придется занимать. Сейчас победим, и все опасные фракции у нас наполовину сольются. Так, где у нас занять у ордена? Хм, а почему нельзя? А, денег у них нет. Тогда... Занять у евреев больше не у кого. Так, отлично. Мы имеем войско в 19 тысяч рыл, да? Вроде все до меня кораблики дотащились. Так, превосходно. 20 тысяч. Так, и сейчас быстренько раскидаем на правый фланг полностью нашу гвардию. Чтобы у них было преимущество. Так, тут у меня одна гвардия. Так, и гвардии у нас будет командовать какой-нибудь специалист. Которых нету, да? Можно, конечно, нашего непосредственного царька отправить. Давайте, хрен с ним. Здесь самый мощный это вот этот товарищ. У него... А, во, командир конницы есть у нас. Ну, давайте сюда все-таки командира конницы. Сюда мы назначим на центр тогда пехотинца вот этого. А здесь... Тут тяжелая пехота. Ну, давай. Сделаем так. Уйти в подполье. Офигеть. Надеюсь, я найду тех, кто пытается меня прищучить. А то детей-то нету. А, нет, есть. Смотри-ка, сынишка-то у меня. Только он с косолапой, мать его. Ладно, давай-ка. Тренируйся. Так, ну что? 20 тысяч. Пойдем, не пойдем эту 4 тысячи на армию. Наверное, надо прижучить их. Потом вернемся. Плевать. Так. О, нифига, прикольно. Сделали. Так, хорошо. Отличненько. Сейчас мы будем спасать наше войско, на которое пытается вот этот вот гад напасть. И ничего у него не получится, да? Против 20-то тысяч... Уж точно. Так, давайте сюда все-таки нашего
поставим. Плевать, что там командир тяжелой пехоты, но как-нибудь досправимся. Дочурка у нас. Отлично, против 18 тысяч схлестнулись. Так, ну на тексты у меня, в принципе, денег нет. Так, где меньше всего? Так, отлично. Смотрите, здесь мы конницей разбили товарищей. И сразу пошли ему удары фланг. Во фланг. Поэтому конницу лучше оставлять одну. Так, ну что, да, и мы за тобой сходим. И здесь мы кораблик поближе подвинем. Отлично, отлично. Опять в минус ушли. Это не есть гуд. Денег не займешь. Так, да-да-да, сейчас, погоди. Попытаемся все это сделать. Ацтеки завладели Лондоном. По случаю успеха 5 девственниц и 50 священников принесены в жертву. И теперь ацтекский жрец возлагает большую церемониальную пирамиду на берегу Темзы. Хм. Это интересно. Было бы такое на самом деле, было бы прикольно. Не было бы больших проблем в мире, если бы уничтожили еще в то время англичан. Так, ну вот ацтеки, как вы видите, захватили. Ну пусть, пусть их ломают. Отлично. Так, а тут я могу вообще разграбить как-то? Фига себе, 6 укрепленность. Сейчас постараемся разграбить. Тут все-таки есть маленечко деньжат. Отлично. А теперь штурм. Красавец какой. С этими проблемы решены. Погнали сюда. Так, ну-ка давай, давай побыстрее. Нифига себе, 6. Я там теряю людей нахрен. Здесь пободрее будет. Тоже большая укрепленность. Будем отжимать так, как есть. Отлично, молодец.
Так, отряд солдат под знаменами, прославляющими имя шейха Дотель-Атас, недавно разбил лагерь на поле, принадлежащем танжерскому фермеру. По словам фермера, огонь лагерных костров вышел из-под контроля и уничтожил весь урожай. Теперь он является к вашему двору в поисках справедливой компенсации. Кэш возместит. Так, потихонечку уходим. С отрицательной отметки армия уменьшилась, и, соответственно, жрать они стали меньше, да? Но опять увеличилась. Ты кто такой? Так. В дипломатию хорошо девчонка пошла. Так, сам разберусь. Отлично. Отлично. Еще что ли? А, нет. Нифига. Так, ну чё мы? Нифига не разграбляем, что ли? Я понять не могу. Вон сколько золота. Опять замок укрепленный. Да, с вами тоже разберемся. Так, чувствую, надо этих говнюков разбить. Ну вот сейчас захвачу вот эту вот тему и пойду с ними побьюсь об заклад. Посмотрим, как они там будут себя вести. Так, 45 уже процентов. Хотя было 50. И прекрасно взяли. Так, давай-ка сюда. Маленько деньжат подняли. Я думаю, сразу сходу атаковать. Ничего страшного не будет. Хотя что-то мне сыкотно. Давайте сюда. Блин. Ну ладно, посмотрим. Все равно отлично справились мои гаврики. Так, не могу без денег. Очень жаль. Восемьдесят 88%. Отлично. Блин, войска теряем с этой голодухой.
Так, ну вот. Наконец-то. Так, новости из Китая. После долгих лет войны с участием сотен тысяч солдат, Чжур-Джени наконец торжествует. Решающее сражение было проведено около Чэньду. Ага. Так, ну я как раз сюда хотел двинуться, порт захватить. Так, ну ладно, пусть живет. Превосходно. Поднялся, да, уровень знаний? Вроде бы поднялся. Хорошо. Работаем дальше. Пошли вон. У меня и так война идет, справлюсь. Так, еще один. Здесь восстали. И здесь восстали. Ну и там. Нормально. Сперва сюда, поближе. Смотаемся, захватим гадов. Не дают расслабиться вообще. Война и война. Череда восстаний. Пока не до них. Отлично, куда ты идешь? Догоним. Офигеть. Только их мне и не хватало. Мигрени этих. Отлично. Ух, сколько народу взял. Так, давайте их продавать. А то денег-то у меня не так, чтобы ахти, но нету.
Нормально, сейчас поднимем кассу. Так, ждем, пока согласится гад этот. Все равно победим. Так, отлично, деньжат-то подняли. Просто шикарно. Можно, конечно, еще поарестовывать некоторых вассалов, раз у нас войско-то собрано. Так, тут, я боюсь, много можно потерять. Часть сил, увы, ушла. Опять опасная фракция. И мы довольно-таки сильно теряем деньги, друзья мои. С этими войнами. Так, где у меня еще тюрьмы? Превосходно. Так, ну ладно. Будем тогда так, ручками. Так, ну чё, все, мы тут прибрали всех. Так, и что у нас получается? 905 тысяч. В принципе, можно сразиться. Думаю, победим. Это, думаю, будет без проблем. Хотя тут 25 тысяч. Так, стоп. Давайте все-таки еще попытаемся приподнять армию. Так, сюда, сюда, блин, эти столкнулись, ну, давай попробуем победить, так, сюда вы, так, тут, ладно, этих разгромят. Этих, наверное, спрячем. Так, вот 3000 рыл у нас есть. Так, и чё у нас тут ещё? Так, этих тоже надо распустить. Нефиг лазить. Как это поражение? Вы дураки, что ли? А, ну да, они же это... слабенькие. Только-только подняты. Сейчас захватим пацанов.
Но так, нефиг было рыпаться. Отлично. Некогда с ними вошкаться, тут 200-300. В принципе, вот эти, когда подойдут, армия тут нормально, на 2000 рыл будет. Так, отлично. Давайте повысим наши характеристики. Так, чё? Немножко промахнулся, да? Так, ну... Теперь более-менее войска, да, собрали. И опять пойдем сейчас громить вот этих гадов. Но, наверное, сразу вот сюда. Посмотрим, как они осмелятся. Ну, толпа большая, 18 тысяч идет. Если успеем высадиться, то, может, все у нас будет хорошо. Ну, что у меня братюня-то? Отличный. Вышел. И вперед. Основное войско разобьем нашего противника. Так, счета ни хрена не получается, да? А не, смотрите-ка. Вроде бы получилось. Ага, получилось аж 10 раз. Не получилось. Ни хрена не получилось, друзья мои. Обломись. Тух, вот же гадство-то. Чуть-чуть буквально продавили нас сильно. Это печально. Где эти уроды восстали? Где-то там. Ладно, надо забрать оставшиеся войска, я думаю. Чтобы нам было хорошо. Так. Ну, это продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока.